В администрации района состоялось очередное совещание, в работе которого приняли участие начальник межрайонной налоговой инспекции Зарема Брантова, представители службы судебных приставов Кашхабрского района, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации района. Совещание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Всего участниками совещания было рассмотрено 4 вопроса. О состоянии уличного освещения в сельских поселениях доложил первый заместитель главы района Руслан Емыков. Также он затронул вопросы санитарного состояния в населенных пунктах. По второму вопросу повестки дня о создании межведомственной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления выступил управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Об использовании средств дорожного фонда и о недоимках по местным налогам рассказал начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Совещание прошло в деловой конструктивной обстановке.